распаковка посылки, стекла для айфона. Все время присылают как бы стекла разных производителей. Сейчас скроем, посмотрим. Вот такие коробочки какие-то, типа как от Huawei, цвет. Видео не совсем ясно его передает. Вскрываем, смотрим, чтобы не было ситуации, что прислали с другого телефона. Влажная салфетка огромная. А, и потом я понял. Весь комплект. Вот стекло на шестерку. Само стекло без брака. Ну, так вот по ощущениям. Стекло обыкновенное. А, ну это даже не салфетка. Здесь будет и салфетка, и... стикер для уборки царапин, не царапин, пыли. Стекло целое, брака нет. Ну а уже не первые стекла, конечно, беру, брак сразу определяю. Ну, довольно таки так интересная упаковочка. Ну, не стоит ожидать, что вам тоже пришлют такой. Присылали упаковки и по 3 стекла в одной лежали, но уже перепаковывают сами. Для удобства. Вот, спасибо за внимание. Вот такие стекла на 6 iPhone. Один конвертик вскроем, посмотрим, что внутри. Потому что по факту какая-то лишняя салфетка, чтобы протереть все, что можно.